И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, на Дикий Запад нужен парикмахер и нужно ему сделать кресло. Так, можно делать, конечно, в блендер, но буду делать, значит, в ZBrush. Принцип, в принципе, один и тот же, только там экстрадирование, моделирование, а здесь просто с примитива все это дело делается. Если вы что-то такое нахерачили, значит, на рабочем поле, а модели нет, нажмите Ctrl-N и все исчезнет. Так, погнали. Теперь, значит, что мы добавляем mesh, добавляем цилиндр, вытягиваем цилиндр. Значит, мы его сейчас сплюснем. Это будет первая заготовка. Вот такая штука. Жмем make polymesh и все. Теперь будет работать. Так, следом смотрим, проверяем сразу размер модели. Вы видите, что модель будет очень большая. Я этого не хочу, я ее уменьшу. Чтобы потом в блендер, когда закидываешь, не искать ее где-то, она там очень большая. И потом не приближать, не уменьшать ее. Так, есть такое дело. Делаем дубликат. Теперь моя любимая, так это значит, моя любимая кисточка, которая поможет нам быстренько сделать. Значит, низ для нашего вот этого кресла. Получается, вытягиваем. Бац, 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 бац. Получился у нас вот такой диск. Ctrl-Z. Он мне не понравился. Сейчас будем делать другой. Так, флур можно отключить, наверное. Или не надо. Так, побольше сделаем. Во, вот такая штука мне уже нравится. Нажимаем на mesh, снимаем курву, делаем Ctrl-I, делаем Ctrl-W, выбираем Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, скрываем наш второй объект и заходим в Modify Topology и жмем Del Hidden, мы его удаляем. Теперь, значит, включаем нашу вот эту сидушку. Так, что у нас получается? У нас получается, нужно перекрутить и подогнать через Alt, левая кнопка мыши, можно это все дело двигать. Так, и подогнать это к центру, так? Где-то так. Теперь мы это все дело уменьшаем, сплюснем и подвинем к низу, вот сюда. Так, чуть-чуть ее перекрутим, потому что она чуть-чуть, значит, неровная. Со всех сторон смоем, чтобы она была по центру. Точно ли она по центру? Так, 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 тут вроде бы все по центру. А ну-ка проверим, сделаем Geometry Mirror. Нормальненько. Смоем, чтобы была не овальная, все зашибись. Так, теперь я хочу вот это все, значит, верхнюю часть выбрать. Ctrl-I, инвертируем. Выберем Mob Transpose S. И приподнимем ее повыше, так? Ага. Шиша какого-то ша. Транспоз у нас находится в боку. Ctrl-Z, Alt, левая кнопка мыши, подводим к центру. Так, теперь, значит, уменьшаем. Чуть-чуть, значит, где-то приподнимаем. Можно увести вниз. Вот так будет, наверное, получше. Так, теперь нам понадобится какая запчасть? Нам понадобится... Нам понадобится append и понадобится цилиндр еще один. Переключаемся на цилиндр, жмем move, уменьшаем все это дело. Так, это будет центральная часть, из которой будет, значит,
выходить еще такой поршень. Но если он нужен, конечно, будет. Так, теперь текстурку добавлю, чтобы не вспоминать, как это дело работает. Вот такое кресло нам нужно сделать. Так, станину я чуть-чуть, конечно, буду по-своему делать. Так, чуть-чуть куда-нибудь ее убрать. Z отключаем глаз. И, в принципе, что, станина нормальная. Можно станину выбрать еще тут сплюснуть, если есть желание. Ну, в принципе, пойдет. Можно обрезать ее, допустим, до второй ступени какой-нибудь. Так, дальше идет механизмус. Механизм идет какой? Значит, мы это дело все маскируем, делаем Ctrl-I. Вытягиваем это дело все MOV. Делаем Scale. Вот так вот. Как-то так-то, да? Снимаем маску, и теперь получается, если мы это дело все опустим, вот такой будет внешний вид. Нормально, да? Пока пойдет, потом обрежем. А в принципе так пусть и стоит. Так, теперь что у нас получается? У нас так, вот эта вот часть поменьше должна быть и чуть-чуть тоже. Побольше станины. Я думаю, побольше так. Раз. Так, вот как-то так-то. Потом добавим, там еще толчок такой будет. Так, надеюсь, не тонко. Вот так будет лучше. Делаем Ctrl-D. Ctrl-D сглаживаем. Заходим в геометрию. Находим. Удаляем дивайды. Выбираем нашу вот эту штуку тоже Ctrl-D, Ctrl-D. Видите, что она сгладилась. Еще можно ее, значит, сплюснуть. Вот, теперь точно будет она. Так, ну тогда у нас получается вот с этой штукой тоже не задача. Мы ее вытягиваем, чуть-чуть поднимаем. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D, дивайды долой. Так, и обрежем. Ctrl-Shift, Trim Rect. Вот так будет хорошо. Потом можно еще, значит, и сделать вот так вот маскирование. Ctrl-I. Ну и сделать какой-нибудь кайл. Там. А ну-ка, вот так вот я. Кругалек какой-то добавить, да? Так, есть такое дело. Теперь у нас получается, вот эта штука должна дублироваться. Делаем дубликат. Перекручиваем, подставляем чуть-чуть кривизной и сплюснем ее. Эта штука у нас потоньше идет. Так, и поменьше. И пониже. Так, и тогда поближе. Так, делаем дубликат еще один. Вытягиваем вот эту штуку. Уменьшаем ее. Так, и теперь надуваем. Подгоняем. Так, этой штуки делаем тоже дубликат. Значит, нет, delete, дубликат, окей. Сделаем вот этой штуке дубликат. И, значит, поднимем ее повыше. Вид сверху тоже ее сейчас чуть-чуть уменьшим. Так, что у нас там с кантами?
Так, ну и такую ее оставим пока. Так, теперь у нас получается есть ручки. Ручки мы сделаем с куба. Делаем, добавляем append, добавляем куб. Переключаемся на куб. Фрейм включаем. Теперь все это дело за желтую тянем, уменьшаем. Растягиваем. Так, сплюснем. Уменьшим. Так, подгоним. Так, и они идут поближе, значит, к нашей дужке, да? Угу. Как-то так-то. Так, теперь там какие-то завихрения, какие-то изъёжи, да? Сейчас мы этот изъёж тоже сделаем, но пока нажмем Ctrl-D, сгладим, девайды удалим и сделаем mirror. Ну вот, уже ручки присутствуют. Так, теперь у нас нижняя часть, это панелька получается. Угу. Добавляем опять же append, добавляем куб. Повторяем ту же операцию, уменьшаем. Так, Ctrl-Z. Переключаемся. Теперь сплюснем ее в эту сторону. Добавим к низу. Добавим вот сюда. Так. Большая она не нужна. Делаем Ctrl-D. Геометрию удаляем, девайды перекручиваем. Так. Ctrl-Z пусть будет ровная. И поближе сюда она выходит. Так, оп. Делаем. Так, нажимаем Ctrl и вытягиваем, значит, дубликат левой кнопкой мыши. Здесь у нас получается ступенька. Угу. И тут получается две ножки и, значит, еще одна, да? Вот такая штука, но поменьше. И вот сюда где-то выходит. Так. И чуть-чуть пониженная. И перекрутим ее. Вот так. Ну, сразу под ноги, да? Чтобы персонаж садился. Не надо, чтобы потом там изъеживаться, что-то выставлять. Значит, что еще? Alt, левая кнопка мыши, переключаемся вот на нашу вот эту штуку. Ага, она будет нам мешать, да? Ну, давайте сделаем Ctrl-W, маску. И теперь, значит, делаем Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Пока ее скроем, выберем маску, выберем вот такой вот периметр. Сделаем Ctrl-I. Выдавим это дело вперед. Сделаем Ctrl-D. Так. Что у нас получилось? Нормально, да? Сделаем Ctrl-W. Еще одну полигруппу назначим. Так. В принципе, нормально. Так, теперь нам понадобятся ручки. Ручки мы можем сделать каким образом? Да, они же фигурные. Ну, давайте используем кисточки.
которые у нас, значит, есть Забрашевские или Альфы. Скачаем сейчас Альфу. Так, переключаемся на драйв, ставим кисточку стандарт. Теперь нам понадобится, давайте опять же апаем, добавим куб, переключимся на куб, фрейм уменьшим размер. Так, это значит сплюснем, поднимем повыше. Сделаем ему, значит, DynaMesh побольше, поменьше. Так, размер поменьше сделаем побольше. Так, подключаем альфу с рабочего стола, которую можно скачать в интернете. Так, вот она, альфочка. Переключаемся вот на такой вид DragRect. Ctrl-Z, не хватает полигонов. Добавляем полигонаж. Ctrl-Z. Добавим, значит, у нас интенсивности. Так, получилась вот такая вот штука. Что мы теперь делаем? Мы теперь отключим альфу, переключимся в прежний вид, маскируем вот этот весь рисунок, делаем Ctrl-W, отделяем весь рисунок, Del Hidden, Modify Topology Del Hidden. Теперь подводим к центру и делаем Mirror. Опа! Перекрутил я не в ту сторону, значит, наше кресло. Печально. Ну, будем с правой стороны зеркалить тогда. Так, есть такое дело, да? Сплюснем. Поближе подведем и сделаем еще раз мира. Так, подведем сюда теперь. И немножко еще подведем, сделаем мира. Так, Ctrl-Z. Потерялись у меня кое-какие детали. Давайте чуть-чуть перекрутим. И тогда с перекрученной чуть-чуть заведем. Так, подставим под середину. Alt перекрутим. Транспоз. Надуем. Ctrl-Z. Сделаем побольше ему DynaMesh. Склеим все наши детали. Так, эту детальку, значит, подставляем так, как бы ее красиво подставить, да? Делаем скайл, перекрутку. Так, а ну-ка, отзеркалится. Мир отзеркалилась, да? Так, это есть такое дело. Теперь делаем Ctrl и вот
кое-какую детальку нам надо удалить. Я хочу удалить вот эту штукенцию. Делаю, маскирую всю. Делаю Ctrl-W. Вот так оставляем. Сделал hidden. Еще поближе, значит, здесь. Опа. Ctrl-W. Убираем ненужный мусор. Так. Dynamesh еще побольше сделаем, 17. Это мало. А ну-ка. Ctrl-Z. Так. Опа-на. А что ты конючишь? Ух ты. Так, а ну-ка получится, если, значит, Modify Topology Close Holes получилось. Так, закрываем. Делаем Ctrl-W. Делал Hidden и опять же, оп. Ну, пойдет, я ее потом пролеплю, если что. Так. Выбираем эту же запчасть, делаем Ctrl, вытягиваем, опа. Только перекручиваем вперед. Так, вперед, и тут, чтобы наш персонаж, значит, не покорябался, удалим вот этот лепесток. Ctrl-W. Ctrl-Z. Делаем Ctrl-W. Чтобы вот эти были выбраны все. Так, делаем Del Hidden и делаем Close Hole. Закрываем. Можно сделать Ctrl-Dynamesh. Ну что, прикольное такое кресло. Так, теперь давайте сделаем какую штукенцию. Выберем вот эти наши подушки и сделаем им каретную стяжку. Так, каретная стяжка у нас будет на Dynamesh. Побольше делаем Dynamesh. Вот. На кисточку подключаем, значит, альфу каретной стяжки. Где-то у меня была, не могу в интернете найти. Пропадает информация, бывает.
и вытягиваем таким образом, так. Так, есть такое дело. Теперь мы это дело, значит, опа, и всаживаем в нашу вот эту штуку. Ставим Ctrl-Shift Trim Curve и обрежем вот это все, что вырезало. Так, вроде бы нормально. Теперь что нам понадобится? Нижняя подушка. Вот это. Alt, левая кнопка мыши. Тоже делаем побольше Dynamesh. Так, и вытягиваем еще одну. Каретную стяжку. Очень нехорошо она тут получилась. Так, делаем возврат и тогда переключаемся. Я вот не поглядел, видите? Так-то она неплохо сделалась, но вот эти румбы мне не нравятся. Возвращаемся назад и тогда будем делать по новой. Только теперь будем использовать не альфу, а покраску. Так, да. Закидываем сюда импорт текстуру. А, подождите. У меня еще есть одна, значит, альфа. Вот она. Ну, вот это более-менее должна подойти. Поровней ставим. Меньше делаем на 21-25. Значит, настройку силы кисточки. Так, ну здесь видите, всего 2 квадрата. Вот такая штука. Так, мне тоже не нравится, надо альфы искать, короче. А ну-ка. Да, края, вы видите, что там, ну, надо настраивать вот эту кисть. Там песня неинтересная, так что давайте альфа делит тут назад и с покраской разберемся. Так, выбираем, включаем видимость. Так, тоже размер плоховато попадает. Так, ну пусть будет как-то так-то. Теперь выбираем покраску, кисточку побольше. Без симметрии все это дело красим. Так, смотрим теперь материал, какой у нас по белому цвету будет. Так. Угу. Тут у нас белый и серый. Давайте вот это все выберем С. И закрасим. Тут уже можно симметрии X. Английская, Ч русская. Чтобы вот эти темные части у нас сейчас не вытягивались. Так, переключимся, выберем, скроем все. Это Shift, левая кнопка мыши. На глаз нажимаете.
Так, теперь заходим. Находим маскинг, маск биколор, маск биинтенсив. И пробуем все это дело в разные стороны потягать. А ну-ка. Так, это выдавливает, это задавливает, да? Так, ну, в принципе, неплохо. Теперь цвет подобрать потом, какое кресло у нас будет. Так, она и с этой стороны хорошо вытянута. Так, контур маску сняли. Trim Rect. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Обрежем ненужное. Так, и снова мне не нравится. Так, это значит не есть гуд. А ну-ка, текстуру пробуем следующую. Так, подбираем рисунок более-менее. Уменьшаем, чтобы он весь залез, чтобы все были у нас пуговки. Их симметрию теперь отключаем и пробуем красить. Так. Пробуем опять же, значит, маскинг. Маск биколор, маск биинтенсив. Куда тут выдавливаем, да? Так, ну вроде бы получше. Давайте попробуем теперь, значит, какую штуку. Так, а ну-ка. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-W назначим, потом обрежем. Чтобы у нас... А что у нас тут получается? Так, а пуговицы у нас отдельные, да? Ctrl-I. А ну-ка, если еще так потягаем. Так, ну ладно, пусть так остается пока. Вручную будем красить. Заходим в деформацию. И попробуем полиш нажать. Ну, вроде пойдет, да? Пуговки есть.
Так, придется еще посидеть ее, повыглаживать, да? Ну да. Ничего, займемся. Так, следующее. Так, следующее у нас что получается? Это значит у нас Скайл. Так, чтобы большого бортика не было, да? Ну, как-то так-то. Так, попробуем теперь с этим поработать точно так же. Вот куда-то альфы запропастились. Это прям то раз и вот они. А тут раз и нету их. Так, подберем тут тоже рисунок. Так, и опять же Must Be Color, Must Be Intensive. Так, тут теперь низ тоже обрежем. Чуть-чуть ее вниз опустим. Так, теперь ручки выберем. Сделаем опять же деформацию полиш. Нормальненько. Гладенько пойдет. Там что-то можно добавить, узор какой-то. Так, нам теперь нужно сюда тоже такую же штуку засобачить. Так, а как же это сделать? Выбираем. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, скрываем нашу маскированную штуку. А ну-ка. Давайте сначала сделаем Dynamesh побольше. Так, исправили сетку. Shift Z открываем, опять же тут мягкая вот эта штука будет. Так, ее значит каким боком маскируем квадратом. Делаем Ctrl-I. И рисуем сюда нашу вот эту мягкую штуку. Так, Ctrl-Z. Z немножко передвинем, чтобы рисунок опять же совпал. Так, теперь что у нас получается? Shift Z убираем картинку. И вот с этой штукой сейчас поработаем. Значит, так, masking, mask be color, mask be intensive. Так, есть такое дело. Теперь что у нас Shift Z? Так, это одна картинка у нас, да?
Ну, давайте возьмем вот этот цвет, значит, за исходник. Alt, левая кнопка мыши, переключаемся на нашу нижнюю эту часть. И выбираем C. Так, или лучше текстуру, я вот не знаю, лучше текстуру какую-то скачать, может, с металла. Так, давайте попробуем текстура, значит, импорт, старый металл. Вот этот пойдет как раз почти по цвету подходит, а ну-ка. Так. Так, теперь переключаемся на наши вот эти штукенции тоже. Вот, значит, один цвет берем сзади текстуры. Тут, видите, будет темноватый. А часть берем, ну, где-то с центра. Вот так это все дело будет, ну, выглядеть. Можно еще под боком чуть раз так. Где-то дать оттенок, а ну-ка. Кисточку поменьше. Во, прикольно. Так, теперь, значит, вот здесь Shift Z пусть будет темная. Так, теперь Z, Alt, площадка. Площадку по низу выбираем. А ну-ка, X тоже симметрия. Опа. Ну а что, прикольненько, да? Так, Shift Z, теперь выбираем какую штуку, вот эту верхнюю. Можно ее, значит, перекрутить и по-другому покрасить, да? Опять же, X-симметрия. Так, X-симметрию можно назад отключить. А ну-ка. Shift Z, а ну-ка, Dynamo сделался тут. А то рисует как-то хреновато. Видите, Dynamesh нет и сетка Guano. Так. Во. Другое дело. Так, то же самое с этой штукой. Так. Не понял я, где ты находишься. Так, и что у нас тут? Ctrl W. Ctrl W. Выбираем вот эту штуку, Shift Z. Вроде бы как ее моют, да, пускай она будет. Значит, более такая, ну, с одной стороны тоже несимметричная. О, нормально. Так, теперь, значит, вот эту штуку выбираем, подставку Z. Здесь можно ее прям уменьшить, по размеру попадает.
Так, и что у нас выходит? Неплохое кресло и выходит. Только нужно вот эти сейчас отзеркалить. Опа, Ctrl-Z, да? Ctrl-Z. Ctrl-Z по осям не попадаю, не в ту сторону развернул, но ничего. Давайте сделаем так. Ctrl-Shift-Z, Z. Сделаем X. Z, X симметрия. Понял. Ага. Так, это есть такое дело. Ну, теперь у нас какая задача? Нам нужно вот на эти вот дужки, сделать чуть-чуть, чтобы они потоньше были. И добавить на них подлокотники. Подлокотники добавим, это будет append. Добавим куб. Так, тут пусть белый цвет будет. Так, N панель. Выбираем куб из списка. Таким образом тоже можно. Так, теперь мы это дело подставляем. Только теперь на эту сторону. Так. Ctrl-D, Ctrl-D. И теперь попробуем еще побольше шифтом пройтись. Вот на этих краях. Во. Вот как-то так-то, да? Так, и попробуем теперь Shift-Z добавить. Так, Shift-Z вот этому металлу, цвет металла. Так, перекрутим картинку. Можно посветлее сделать. Вроде как руками там затирается, да? Geometry Mirror. Выбираем вот эту штукенцию, тоже DLR, делаем Dynamesh поменьше можно. И опять же Mirror. Теперь добавляем текстуру, значит, как она называется, старая кожа. И попробуем сейчас это все дело обыграть. Так, перекрутим. Их симметрия и красим.
Так, теперь Z, и значит у нас получается подушка. Обязательно и край тоже вот этот, ну, кант тоже красим, потому что, ну, видите, полосатый, будет смотреться не очень. Так, а ну-ка, скроем. Так, ну что-то такое. Сейчас пуговки еще надо будет покрасить. Вот здесь вот затемнить. Значит, в этих разрезах чуть-чуть тени дать. Так, где ты? Так, теперь вот эту штуку тоже. Ctrl-Z. Делаем деформацию сглаживания. Во. Так, и теперь на нее переключаемся. Так, а тут у нас, по-моему, придется Move Topology вот эти каждые гаечки поправлять. Да, плохо, что альфа старая потерялась, нету ее в интернете, удалили, наверное. В прошлый раз очень хорошо каретная стяжка получилась. Так, пробуем теперь Shift-Z. И тут, наверное, можно, ну-ка, как бы наложением, наверное, двумя частями. X-Z. Так. На кисточку стандарт.
Ну, как говорится, тоже неплохо. Так, ну тогда ж нужно вот эту штуку тоже, да? Вот так вот. Так. В принципе, что, старая, да? А ну-ка, альт. Делаем Dynamesh. Где она тут находится? Так, Dynamesh. Shift-Z, и где у нас тут, значит, металл? Так, и нужна нам будет ручка. Вот сюда, вот, которая будет поднимать, значит, весь этот аппарат. Так, чтобы не заморачиваться со всякими там делами, давайте добавим append. Добавим куб. N панель, добавим куб. Переключимся, выберем. Поднимем, уменьшим. Сделаем геометрию, сделаем всему этому кубу Dynamesh. Изменим ему сетку, это поле F. Так, подставляем куб сюда. Ну, сюда пока. Так, зеркалить будем отсюда, давайте рисовать отсюда.
Так, нам здесь понадобится первая деталь. Это значит вот этот переход. Так, Z. Ага. Побольше кисточку. Ctrl. Отсюда идет вывих. Отсюда идет в этот. Пофиг, да? Так, сохранение. Ctrl. Alt. Немножко добавим как бы эстетики. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Alt. Так, Ctrl-Alt. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, есть такое дело. Делаем Ctrl-I. Геометрии и делаем выпуск. Сейчас мы эту запчасть доработаем потом. И значит нам еще понадобится еще одна запчасть. Это будет у нас... Так, где она у нас будет? А ну-ка, Shift-Z. А, ручка, да? Делаем Ctrl-I и опять же все это дело выдвигаем. Делаем всему этому, так, геометрию Dynamesh, Ctrl, снимаем левую кнопку мыши. Ctrl, выделяем все вот эти выпуклости, делаем Ctrl-W. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, все это дело убираем. И с помощью Move подгоняем, значит... Ну, чтобы центр был у нас, да? Можно включить флур. И делаем Mirror and Well. Так, чуть-чуть переводим. Mirror, ага. Побольше сюда. Вот тут эта запчасть уже у нас очень маленькая стала. Ctrl-Z не есть good. Мы ее выделим. Делаем Ctrl-I. И надуем. И передвинем. Снимаем маску. Подводим, значит, к нашему центру. И делаем мир. Во. Так, теперь у нас получается, вот это будет, значит, ручка. Мы ее маскируем, делаем Ctrl-W. А это будет у нас всякая там хрень. Ctrl-W. И делаем сплит, group сплит, разъединяем. Вот теперь у нас получилось две отдельные детали. Это будет у нас просто ручка.
Так, чуть-чуть уплотним. Делаем маску половинку. Делаем Ctrl-I. И делаем всему этому делу скайл. Опа. Снимаем маску, делаем Ctrl-W. Получилась вот такая штука. Теперь смотрите. Врубаем, значит, TrimRect. Так, теперь что у нас получается? Другая резка. Alt. Выкручиваем. Alt выкручиваем. Alt выкручиваем. Так, Ctrl-Z. Косяк, да? Ctrl-Shift-Z назад. Так, а ну-ка попробуем с маленькой точки, да? Так, ну, в принципе, что, пойдет. Так, пойдет. Там тоже выгладим. Так, теперь что делаем? Смотрите. Надуваем вот эту штуку. Раз. Ctrl-Alt. Снимаем выделение. Делаем Ctrl-I. Так, и это дело все, значит, надуваем. Так, и сразу, пока надутое, выглаживаем. Так, ну вот уже получилась вот такая прибамбада, да? Даже можно Ctrl-Z и сделать ей скайл, передвинув вперед. И чуть-чуть все это шифтом выгладить. Можно пролепить, тут добавить узор, допустим, вот выбрать кисточку стандарт, уменьшить такую штуку и через Alt здесь какое-нибудь отверстие замандячить. Так, а здесь можно какие-нибудь узоры вот так вот мотануть. Ну, что-то этакое, да? Или, опять же, какой вариант? Смотрите, добавляем, опять же, какую-нибудь альфу. Так, выбираем какую-нибудь вот эту. Ctrl-Z. Мало полигонажа. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. И тогда вытягиваем так, если в эту сторону некрасиво. Так, это тоже не надо. Ну, короче, цветочками какими-то вот так все это дело заплетем. Не знаю, останется это на текстуре или нет. Так, и добавим еще какую-нибудь альфу. Так, побольше интенсивности, куда-нибудь в центр и все. Бац. Ну, вот что-то такое получается. Тут какую-нибудь
Какую-нибудь надо добавить розетку. Допустим, вот эту. Так, а ну-ка, если ее побольше еще. Опа. Так, это уже убожество. Ну, пойдет, в принципе, да? Тут цветочек какой-нибудь добавим там. Пойдет. Так, ну и то же самое с этой можно сделать штукой, только выбрать другую альфу. Добавить тоже полигоназа. И просто так вот лепесточки где-то поднабросать. Так, теперь немножко это все дело сплюснуть. И попробовать отзеркалить, значит, это геометрии, lower, делаем mirror. Не получается, Ctrl-Z, не вопрос. Так, и эту запчасть подставляем просто вот сюда, вот так. В анимации, я думаю, она участвовать не будет, но смысл, да? И так понятно, что здесь ставятся ноги. Делаем ей зеркалку Mirror. Потом, что у нас тут еще получается? Alt, левая кнопка мыши, переключаемся, значит, на нашу ручку. Так, ручка у нас где-то будет тут, и как бы там еще вот здесь должна быть эта, ну какая-то штанга, наверное, да, которая будет поднимать вот это все дело. Но ее можно не делать, добавить там трубку. И в принципе что, вот так все и пойдет. Так. Ctrl-I. Альфы отключаем. Переключаемся на транспоз. Вытягиваем. Ну, пусть побольше будет. Так. Сразу, чтобы... А, нет. Давайте все-таки трубку туда добавим. Чтобы убогости не было. Добавляем append, добавляем. Цилиндр N. Включаем цилиндр, переключаемся и, значит, уменьшаем все это дело. Перекручиваем.
Так, да. Ну, а нижняя часть, я думаю, пусть там как будто в кресле спрятана, да? Давайте ее вот так вот замаскируем и сделаем Ctrl-I. Уж так глубоко никто не будет смотреть, значит, если в мультфильме кресло будет стоять. Ну, как-то так-то. Так, и значит вот эту ручку чуть-чуть подкорректируем. Так, подберем он какой-нибудь цвет, да? Так, а вот это. Ух ты, как она прям фигуристая, да? Вот эта штука. Давайте ножки вот эти выберем и сделаем деформация полиш. Во. Так, и посветлее какой-нибудь материал подберем. Так, а может тут с этого кресла взять? Так, что-то мне не нравится. Ладно, работаем с одним цветом. Так, где у нас тут металл? Это кожа. Вот там металл. А ну-ка. Так, итак, получился вот такой вариант. Там я уже верхнюю часть еще под голову добавлю. Ну и в принципе, что, можно это все объединять, разворачивать и все ставить в парикмахерскую, делать парикмахера. И будет все зашибись. Вот как-то так-то, да? А ну-ка сверху. Вот так он выглядит, что? Для мультфильма, для парикмахерской, думаю, не настолько уж он и плохой. Тут можно поиграться с цветами, черную сделать, значит, вот эту кожу, вот эту. Так, значит, тут еще можно добавить какие-то там, я не знаю, неровности, потертости, впадины, сколы какие-нибудь, да? Вот такой вот результат, в принципе, я думаю, не столь страшное кресло. Все, всем пока, до свидания.